Эй, hey, окей, с вами Шмиги, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Санта. Рождество наступает. Это индюшка, как и все, да, я, кажется, вставлю ее в 23.00, либо в 24.00, именно на выходе на день Рождества. Когда уже, по идее... Может даже без пяти я выложу. Это про Санту. Так, нам нужно Санта-лист. Jaff Akrif Jaff, Gift for Droves. Так, нам нужно подарки положить. О, тихо. Другого прохода нет, и да? Они есть. Давайте смотреть. Нужно осмотреть, что тут вообще есть изначально. Так, малой ходит. На тебе. Что ты надел? Полтергейст. Жирный Санта уходит. Так, нам нужно еще кинуть 5 подарков. Да? Так, это входная? Они поджидали меня. Почему он все ломает? Мать. Как он сломал проход? Тихо. Так, ну тут... Тихо. Нет. Тихо. Дайте мне выйти отсюда. Так, тихо. Санта сваливает. Санта уходит отсюда. Я не знаю, главное собаке не попасться. Детям то ладно. И главное взрослым не попасться. Тихо. Зараза. Тупые дети, они преследуют меня. Так, ладно. Мне осталось... еще немного подарков закинуть. Они будут вообще меня преследовать теперь постоянно. Так, подождите, я сожрал печенюшки.
Я дал подарок. Кто это? Дроу. Гному. Мне еще. Мне, по идее, еще нужно кинуть 10 подарков. Вопрос заключается, куда? Так, выполнено. Выполнено. Теперь мне нужно просто выбраться отсюда, да? Дети, они глупые, они просто преследуют меня и все. Все. Christmas of year. Рождество есть. Great job и отличная работа. Ну, ребята, как-то вот так вот. А давайте мы теперь посмотрим другой вариант. Спасибо, что играли. Если мы с вами все-таки просрем. Вот пускай нас увидят, допустим. Давайте закидаем это все подарками. Толстый Санта. Давайте попробуем все быстренько сделать. Понимаете, здесь они поджидают тебя. То есть они по-любому бы это все сделали. Вызвали полицию, но это ожидаемо. Полиция уже очень близко. Все. А, так сказать, Рождества не будет. Ну, что сказать о игре? Короткая, довольно прикольная. Было бы классненько, если бы были бы еще какие-то уровни, если бы создатели продолжили развивать эту тематику, то есть, да, вот один дом, потом второй, там более новый, потом какие-то с камерами, с датчиками слежения, датчики движения, собаки, питомцы, и вот это немного развивать тематику, и довольно бы получилась бы классная синглплеерная игра. Ну что, в принципе, я думаю, на этом можно закончить, и ребята, буквально через какие-то 5 минут должен быть Новый год, то есть видео выйдет, ну не знаю где, но без 15 осталось, где-то так, без 15, не, без 5 минут. Поэтому всех с нововступающими праздниками, с Новым годом, всего наилучшего в следующем году, того, что вы не достигли в этом году, пускай достигнете в следующем. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и встретимся в следующем году. Всем пока.